Текст 17. Я прочитаю санскрит, перевод и комментарий. Сатям видхатам ниджа брита бхашитам уяптим нача буте шакхиле шичатмана адрия татья бхута рупам удвахам стамбхе стхабая нам ригам наманушам. Чтобы подтвердить слова своего слуги, Махараджи Прохлады, и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колониях, залах собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Комментарий. Когда Хираньякашипу спросил Прохлады, где же твой Господь? Если он в этой колонии, тот бесстрашно ответил: «Да, мой Господь везде». И теперь, чтобы убедить Хираньякашипу, что Махарадж Прохлада абсолютно прав, Господь появился из колонии. Он предстал перед Хираньякашипу в образе человека льва. И тот, глядя на его гигантское существо, не мог понять, лев или человек. Господь подтвердил слова Махараджа Прохлады и доказал, что преданный Господу, как провозглашается в Бхагавад-гите, никогда не погибнет. Каунтия пратиджаних наме бхактапранишити. Демоничный отец много раз грозил Прохладе смерти, но Прохлада был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонны, Господь словно подбодрил своего преданного: «Не волнуйся, я здесь». Кроме того, принял облик Нрисимхадевы. Он не нарушил слово Брамы, обещавшего, что Хираньякашипу не будет убить ни человеком, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. Конец комментария. Помогая Тарам Хирам Висяги, Нанджи Нашла, Кенчак Шилу Милитам, Космайши Вирава Имена, Ши Чайтани, Кенчак Шилу Милитам, Ванчи Калпета, Чтобы подтвердить слова своего слуги, Махараджи Прохлады, и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонии, зала, собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Очередной праздник явления Господа. И мы каждый год празднуем свое день рождения.
И некоторые люди даже ждут его, особенно в детстве, и думают, когда же настанет, и уже планируют задолго до его наступления, потому что родители обязательно подарят какой-то подарок, исполнят какие-то желания. И они уже планируют. А у Господа тут почти каждый день рождения. Мы собираемся вместе для того, чтобы отпраздновать. Конечно, есть разные воплощения Господа, которых мы даже и не знаем. Потому что Господь является в этот мир в 8 400 000 формах жизни. Сколько мы знаем воплощений? У нас есть плакат в учебном классе, там 21 воплощение. Шримад Бхагаватам описывает 21 воплощение. Ну, и плюс там добавили Иисуса Христа и Мухаммеда. А так, 21. Ну, может быть, где-то слышали, еще какое-то есть, где-то край муха. Так, по сути дела, Господь приходит почти каждый день. Каждые 2 минуты брахмы. И ни много, ни мало, но 2 минуты. Конечно, для нас это очень много. Проходит столетия. Века иногда, потому что он приходит не только на Землю, он приходит и на другие планеты точнее. И сегодня мы, конечно, отмечаем праздник, когда явив свою милость преданному, великому преданному Прохладу Махараджа явился Нарсимхадеву. И уничтожил самого злобного демона, который существовал когда-либо в этой Вселенной. То есть, по сути дела, на протяжении всей жизни Вселенной такого демона, такого могущественного демона, как Хиранья-Кашипу, не было. Это самый. И вот даже Прохлад Махарадж называл лучший из демонов. О, мой отец, лучший из демонов. Представьте себе. Когда мы читаем, то как Хиранья-Кашипу подчинил себе всю Вселенную, можно просто удивляться этому. Он благодаря своей аскезе, которую он совершал, он достиг такого могущества, что он мог заменить любого полубога, который исполняет здесь обязанности. Поэтому говорится, что он настолько был могущественный, что Земля, несмотря на то, что демон управлял этим всем, она давала большее количество зерна, продуктов питания, фруктовых плодов. Говорится, что когда ему надо было какое-то место украсить, то он создавал дело так своим мистическим могуществом, что это место было даже лучше, чем на райских планетах. И все происходило там, легкий ветерок, цветы. Говорится, все полубоги были подвластны Хиранья-Кашипу. Все дрожали, когда Хиранья-Кашипу только хмурил брови. Достиг такого могущества, что он даже завоевал царство Индры. По крайней мере, в Шримад Бхагаватам написано, что он забрал у Индры замок и правил оттуда. А Индра картошку чистил. С другими полубогами иногда на кухне. И он был очень жесток. Он любил, как обычно материалистичные люди, любил выпивать. Он очень любил спиртные напитки. Он выпивал, и потом он наводил порядки в своем царстве. Люди многие страдали от него. Боялись его. Они из-за этого его не очень любили, но ничего не могли сделать, потому что он был достаточно могущественной личностью. У него не было особых принципов ради своей наживы, своей похоти. Он мог сделать все, что угодно. Хиранья означает солото и кашипу постель. Это 2 главных качества, благодаря которому демоны или атеистические, материалистичные люди пытаются наслаждаться в этом мире, используя эти 2 возможности – богатство и женщин, противоположный пол. И достойное имя великого лучшего из демонов.
Все боялись его. Он считал себя Богом. Он не любил Господа Вишну. Говорится, что Бхагаватам описывает, что кроме трех личностей в этой вселенной, очень служили ему все. 33 миллиона полубогов, если вы убрать Господа Вишну, Браму и Шиву, кроме этих троих, все служили. Представьте себе, да? Скажи кому-то, любой такой, конечно, я готов быть президентом всей Вселенной. Управлять ей. И не просто так, знаете, а управлять с помощью мистической силы. И все люди ему подчинились. Все живые существа. Птицы летали там, где надо. Вот он захотел, чтобы в этом саду, там описывается, в саду были такие птицы. Они туда прилетали и служили. Такой был Хираньякашипу. И естественно, благодаря тому, что он был непреданным, он начал нарушать законы Бога, и это приводило к определенному хаосу во Вселенной. Даже Шримад Бхагаватам описано, что они с братом Хираньякши сделали так, что выкачав всю нефть с земли, они сбросили ее причиной океана. То есть за ненадобность, уже не нужно. Если Брама прилагал много усилий, чтобы было создано в этой вселенной какая-то планета, где могли жить такие живые существа, как люди, по идее, которые должны были совершать жертвоприношения, чтобы достичь успеха и удовлетворять полубогов, и могли реализовать смысл человеческой жизни, то они так за ненадобностью, то ладно уже. Подумаешь. Это так действуют люди, которые... Они не понимают, что этот мир, он связан с Богом. Поэтому он сомневался, что преданный видит Кришну везде. Прохлад Махарадж видел Кришну, Господа, своего Господа, в колонии. А Хираньякашипу не видел. Там даже описывается. Даже Господь спрятался в его сердце. Он был ближе всего к нему. Там даже описывается такой момент, что Господь спрятался от него в сердце. Поэтому Господь всегда присутствует в нашем сердце. Без него вообще, но мы перевариваем пищу благодаря ему. У нас чувства работают, наполняет наши чувства силой, как Прохлад Махарадж говорит. Он дает силу уму, разуму, чувствам. Это все делает Господь. Но по своему невежеству мы думаем, что мы независимо от него. Просто мы как невежественные дети. Все пытаемся придумать себе какую-то роль в этом мире. Особенно еще, когда эта роль с каким-то положением, какая-то особенная, где мы, по крайней мере, на виду, хоть как-то. Мы так устраиваем свою жизнь только ради этого. Кришна и святые нам объясняют совсем другие вещи, совсем другие принципы. Когда Хираньякашипу завоевал всю Вселенную, и все полубоги были в шоке. Иногда они собирались там где-то в тайном месте, да? И начинали молиться Господу. Они медитировали на Господа и просили его, пожалуйста, сделай что-нибудь. И Господь их удовлетворил. Он сказал, пришел к нему таким, знаете, колосом, исполненным силы, могущества, в то же самое время любви и нежности, сказал, не беспокойтесь, я приду и наведу порядок, вы просто ждите. И он дал им совет, интересный совет, он сказал, вы
полубоги и мудрецы. Просто медитируйте на мои игры и рассказывайте эти игры других. И так вы будете поддерживать свое существование и тех, кто будет находиться вокруг вас, рядом. Вы сделаете их жизнь, даже при тех условиях, жизнь уже достойную человеческой формы жизни. Жизни, которая, формы, которая может привести к совершенству. Даже тогда уже Господь сказал, что насколько важно слушать о играх Господа. Поэтому мы собираемся каждый раз и славим Господа. Хотя эти истории о Боге мы уже слышали, может быть, за 20 лет, наверное, уже 2285 раз, тем не менее. Если у нас есть хоть немножко привязанности к Богу, если у нас есть чувство к Богу, мы можем это делать постоянно. И каждый раз мы будем восхищаться Богом. Потому что сам главный принцип, всегда мы думаем, вот Он приходит так много раз на эту землю. Но когда мы поймем, зачем, что Ему больше делать нечего. Да, мы знаем Его причину, да, Его приход. Бхагавад-гита, она хорошо описана. Я прихожу для того, чтобы восстановить принципы религии, уничтожить демонов. Он приходит, он делает, выполняет якобы свои обязанности. Но на самом деле он приходит для того, чтобы, как первая песня описывает, он приходит для того, чтобы явить нам свое великодушие. Привлечь нас своими играми, своими качествами. Для того, чтобы мы могли, у нас была какая-то цель, сформировалась какая-то цель в жизни. Конечно, между этой целью и достижением этой цели нас разделяет, не разделяет, а связывает, нас связывает вера. Поэтому Господь приходит и говорит, пожалуйста, хотите хорошей жизни, счастливой жизни, полноценной жизни. Вот вам одна игра. Вторая игра, третья игра. Увлекайтесь. И все. И душа получает то, что она потеряла какое-то время, когда пришла в этот материальный мир. Именно поэтому, из-за того, что она не может найти Бога в этом мире, поэтому она в этом поиске, который мы называем, так знаете, абсолютное счастье, или хотя бы просто счастье. На самом деле мы все ищем Бога. Потому что кроме отношений с Богом, этих сладких отношений с Богом, на самом деле сами по себе не сможем достичь. Потому что мы ограничены, не сможем мы достичь счастья. Потому что мы очень ограничены. Наши чувства, возможности очень ограничены. Конечно, может быть, как йоги, как Хирани Кашипу думал, что я расширю свои возможности. Для этого надо было совершать аскезы. А потом, когда появился Брама, начал просить благословения. Сказал, что меня не думают. Я хочу бессмертия. Брама сказал, я сам смертный, извини. Не помогу в этом. Он тогда сказал, ну ладно. Это решил обмануть судьбу и Бога. Тогда, чтобы меня не убил ни человек, ни зверь, ни ночью, ни днем, ни в небе, ни на земле и так далее. Столько всего придумал ради того, чтобы жить вечно. Все это, конечно, в рамках иллюзии. Мы тоже придумываем и думаем, что мы достигнем счастья в этом материальном мире. Но постепенно это карточный дом. Рано или поздно он рухнет. У кого-то раньше, у кого-то позже, ну, так или иначе. Поэтому мы что делаем? Мы устраиваем свою жизнь так, чтобы достичь этих вечных ценностей. И Прохлад Махарадж пример этому. Он нам показал, как на самом деле с утробы матери можно, уже с утробы матери, не с пенсией,
Именно с утробы матери мы уже должны двигаться к совершенству. Именно выстраивать свою жизнь таким образом. На самом деле Прохлад Махарадж прошел через многое. Когда какой-то хаос и непонятки во Вселенной, то полубоги иногда, смотрите, его же не только хотел убить его отец, его также хотели убить и полубоги. Индра первый кричал, надо убить Прохлада, потому что это сын великого демона. Если его папа такой, то какой сын? Даже себе представить не мог. И хотели убить его. Ну, хорошо, что вмешался Нарада Муни. Сказал, подождите. Этот преданный еще, эта личность еще и вас освободит. Поэтому давайте оставим его в покое. Он его забрал в свой ашрам. И он рассказывал матери Прохлада, рассказывал духовное духовное знание. Но Прохлад, он, будучи еще в животе своей матери, он слушал очень внимательно. Поэтому он уже, когда родился, он уже понимал, что его духовный учитель – это Нарада Муни. Он уже определился с духовным учителем еще в утробе матери. Это уже важный момент. Мы еще как-то сомневаемся. Ну, он услышал просто несколько слов, несколько лекций и уже определился. А что нам? Нам тяжело определиться, потому что, наверное, мы горды. А может быть, мы, конечно, оправдываем себя, мы еще не нашли достойного, который бы так сказал, мы поверили, так как Прохлад Махарадж. Ну, так или иначе, это немножко сарказм. Когда Прохлад Махарадж был еще маленьким ребенком, сама история, которая описывается в Бхагаватам, он проповедовал своим одноклассникам или детям демонов. Конечно, могущество его проповеди было сильным. Все-таки Прохлад Махарадж так или иначе является духовным учителем для нас всех, потому что он является одним из 12 махаджан. Шрила Прабхупада в лекции на 1974 году на Нарасимха Чатурдаши говорит, что мы исследуем Прохлад Махарадж, потому что он наш духовный учитель, и он является одним из 12 махаджан. Для нас он, его наставление, его жизнь, его пример очень важен. Вот Прохлад Махарадж в 5 лет, он начинает проповедовать своим одноклассникам. Говорит, что вы привязаны к этому материальному миру, на самом деле, кроме Бога никого нету, и все должны служить Ему, от этого чувствуют радость. Так проповедовал, что они забросили все свои занятия. И их учителя были дети учителя Хирани Кашипу, Шукрачари, они обеспокоились, прибежали к Хирани Кашипу и в страхе говорят, слушай, что-то там происходит с твоим сыном. Что он... Более того, мы на него повлиять не можем, он так успешно влияет на других. И они все там уже чуть-чуть ли не вайшнавы. Все приняли, все. Сознание Кришны. Прабхупад в комментарии пишет, это могущество преданного. Он, благодаря своим усилиям, искренности, он может любого убедить служить Богу. И Хирани Кашипу тогда подумал, что же это такое, не позвал, он разгневался, конечно, говорится, что он вскочил, позвал своего сына, и когда Прохлад Махарадж появился перед ним, он сидел тогда на троне и сказал, слушай, что ты там такое учишь? Прохлад Махарадж сказал, как, что простые вещи, что мы все зависим от Бога, Бог, он пронизывает все в этом мире. Он слушает, ты, наверное, очень сильный, раз ты против меня.
так вот идешь. Ты что, не знаешь мои наставления? Ты не знаешь, что я тебе какие наставления я тебе давал? Почему ты противоречишь мне? О каком Боге ты говоришь вообще? Вообще, где ты берешь эту силу? Вроде ты маленький мальчик, а откуда ты берешь? За тобой кто-то стоит? Прохлад Махарадж очень искренне, наивно говорит: папа, ну, моя сила, твоя сила, один источник – Кришна. И тут Хиранья-Кашипу вскочил со своего трона, начал орать, говорит: я уже хотел тебя убить. А он уже перед этим уже пытался его несколько раз убить. Он уже выхватил свой меч, начал кричать, начал носиться, слюни пускает, там, я не знаю, в ярости. Прохлад Махарадж спокойно стоял. И когда Хиранья-Кашипу побежал, сказал: слушай, ты говоришь, что твой Бог везде, даже в этой колонии? И Прохлад Махарадж, несмотря ни на что, он сказал: да, даже там. И вот мы видим, какой там стихе уже это царю Юдхиштхире рассказывается эта история. Что для того, чтобы подтвердить слова своего преданного, Господь Нарасимха проявил эту колонию. Хиранья-Кашипу тогда ударил эту колонну. Он ударил ее колоссом. И оттуда раздался громовой рык. Хиранья-Кашипу испугался. Сразу так съежился и думал: что же это такое? Что это такое незнакомое? Потом колонна эта разлетелась, и оттуда вышел Нарисимхадев. Он увидел, что это за удивительное живое существо. И не человек, и не лев. И вот он, представьте себе, он стоял, смотрел на это все, потом вспомнил, что у меня же такие благословения есть, кто тут против меня? И он ринулся на Господа Нарисимху со своим мечом. И Господь Нарисимха, как кот с мышонком или Гаруда с змеей, начал играться с ним. У Нарисимхи было 10 рук. Его вид был очень свирепым. Волосы стояли дыбом. Хиранья-Кашипу бегал, летал за него как комар, потому что если Нарисимхадев даже раздвигал своим телом небеса. Ну, как комар вокруг него, что там носился там. И Нарисимхадева его поймал. И тот что-то там начал ежиться в это, вырываться, и он его отпустил. Он нашел, да, говорит: как бы там ни происходило, Шрила Прабхупада в этой же лекции в 1974 году пишет, что атеисты всегда между собой не могут найти языка. И также они не могут, как бы у них разное понимание этого мира. Одни из них верят в Бога, а другие напрочь от Него отворачиваются, отказываются. И атеисты, они никогда, даже перед самой смертью, они не принимают законов Бога и самого Бога. Хотя это уже явно произойдет, и они уже понимают, что они живут по чьим-то законам. Но тем не менее, они все надеются, что... Но Господь настолько милостив, Прабхупада говорит, что Он является перед ними в форме смерти. Просто для преданных эта форма очень такая, знаете, мягкая, исполнена любви. А для материалистов это страх, это ужас. Они боятся. Особенно они начинают бояться того, что все-таки это оказывается правдой. Все, что они на протяжении своей жизни пытались отвергнуть, в определенный момент жизни они начинают понимать, что все это правда. И за это придется ответить. А так же ж не хочется. Так же ж не хочется. Хиранья-Кашипу, он тоже так отошел в сторону, посмотрел на Нарисимху и говорит: я подумал,
Он, видать, у меня испугался. Сейчас я опять на него. И он уже тогда опять ринулся на Нарсимхадева. Нарсимхадев его поймал опять своей одной своей рукой. Положил к себе на колени. И с легкостью разорвал его. Надвое. Конечно, когда мы видим изображение Господа Нарсимхи или слушаем такие истории, люди, которые еще не обладают каким-то знанием о воплощении Господа, тогда они думают, ну какой это ужасный Бог. Вот он приходит и какие-то странные вещи делает. Кого-то разрывает. Потом еще ни с того ни с сего кишки себе наматывает. Хотя сегодня преданные говорили, обсуждали, преданные мне рассказывали, читал сегодня Нарсимхи, но его описание, то Нарсимхи такие красивые. Капельки крови на его шерсти были как украшения. Вот эти кишки, как гирлянды. Я думаю, Боже мой, что же у вас такой за Бог? Даже когда полубоги собрались, и друг друга гирлянду. Господь Шива, там Брами, Брама Шиве, там уже Лакшми подошла. Ну ты супруга, может ты? И все такие, нет, глаза Нарсимхадеви, Брами Рама Хавишну, они сияют. Он исполнен такого гнева. Он еще, знаешь, в этом состоянии. И, ну раз так, все из-за тебя произошло, поэтому давай ты лучше. И дали ему гирлянду, говорят, иди. Ты единственный, кто его может успокоить. Прохлад Махараш спокойно подошел, одел гирлянду. Нарсимхадев успокоился. Он садил себе Прохлада на колено. Начал вдыхать аромат его волос. Так он проявил заботу. На самом деле Господь милостив. Он самый милосердный из всех. Да, он принимает ужасные формы. Мы не скрываем. И мы должны знать, что он принимает ужасные формы. Одна из его форм — это смерть. Иногда он приходит как Нарсимхадев. Иногда он приходит как Парашурама и тоже уничтожает. Но он убивает демонов, это его обязанность. Он не убивает праведных людей, наоборот, преданных своих он защищает. И Прохлад Махарадж этому пример. Он всегда защищает, он всегда восстанавливает принципы религии и защищает своих преданных. Но те, кто противится его воле, причиняет беспокойство другим живым существам, тех, конечно, он наказывает. Иногда он наказывает лично сам, когда так называемые могущественные люди этого мира, да? Иногда люди, такие как Ирани Кашипу, могут достичь могущества. Может быть, благодаря деньгам. Они занимают какое-то положение, связи. И обычным людям не могут ничего сделать. Но от закона Бога не уйти. И мы все равны перед Богом. Поэтому каждый посеет, не пожнет то, что посеет. Поэтому Прохлад Махарадж, когда давал наставление, вернее, не давал наставление, он общался со своим отцом, и он говорит, отец, говорит, у тебя на самом деле, что ты считаешь Бога и всех людей, полубогов, там, всех праведных людей своими врагами? На самом деле у тебя есть один враг, который нужно победить. И если ты его не победишь, ты пропал. Знаете, кого он назвал этим врагом? А? Ум. Ум. Единственный враг твой — это ум. Наш настоящий враг. Он говорит, Прохлад Махарадж маленький, но значит такой. Многие глупцы в прошлом, они не старались победить 6 врагов. Они не смогли победить 6 врагов, которые живут в нашем сердце. Вожделение, жадность, гнев, зависть, иллюзия. Что там еще? Безумие.
6 врагов. Глупцы вроде тебя. Конечно, тут прислали. Мальчик такой маленький, 5 лет, папе говорит. Глупцы вроде тебя. Но на самом деле Прохлад Махарадж говорит, да, это глупые люди, которые стремятся только к этому. И свою жизнь строят на этих принципах жадности, вожделения, безумия. Смысл? Просто все эти вещи, они заставляют человека, они проявляют эту привязанность к этому миру. Прохлад Махарадж говорит, а из-за этой привязанности человек страдает. Поэтому, если ты хочешь быть счастливым, единственное, что для тебя надо, не делить людей на друзей и врагов. И тогда ты станешь счастливым. Нам не надо делить друзей, людей на друзей и врагов. Даже если у нас нет отношений с кем-то, просто мы не общаемся. Называются нейтральные отношения. Но не надо критиковать. Не надо ставить, или не надо какие-то словы пальцем, палки колеса или еще что-то. Придумывать какие-то вещи. Нам не надо этого делать. Человек — это его жизнь. И мы просто свою жизнь не соприкасаемся. То, что мы можем делать. Конечно, мы скажем, ну когда там кто-то далеко, то еще ладно, нейтральные отношения, когда он рядом. Каждый день смотришь ему в глаза. Сложно. Но для этого нужно понимание. Понимание, что каждое живое существо, оно направляется к Кришне и живет по своей карме. Им руководит Кришна. И если мы хотим что-то изменить в этом мире, если мы претендуем на это, мы должны... Это, на самом деле, когда человек от тебя зависит, или кто-то от тебя зависит, или мы знаем, что мы можем кому-то помочь в чем-то, это положение лидера уже. То есть мы можем уже что-то делать, уже с этой точки зрения, с желанием помочь человеку. Но если он не хочет, как Прохлад Махарадж говорит, что есть такие люди, которые не хотят, они готовы жевать пережеванное, им не помогут ни наставления, ни советы, ни собственные усилия, ничего не поможет. Есть и такие. Ну, хорошо, это его жизнь, это его выбор. Мы на этот выбор, зачем нам прилагать кучу усилий, чтобы влиять на этот выбор, если он этого не хочет? От этого ничего не получится хорошего. Если мы можем помочь, пожалуйста. Мы даже можем попробовать. Один раз, через время второй раз, потом может быть еще третий раз. Мы не оставляем попыток, надеемся, что так или иначе, тем более мы здесь собрались, хоть как-то повторяем Святое Имя, это очень важно, оно нас очищает. Однажды, это уже было в Новодвипе, Господь Читания сделал так, что Навадвипа вся наполнилась звуками Святого Имени. В каждом доме преданные старались проводить санкиртана-яги, совместное воспевание. Они ходили из дома в дом друг к другу, собирались, пели. И вот однажды Кази, который управлял этой местностью, мусульмане, они были обеспокоены. Что это такое? Это слишком большая активность среди этих индусов. Поют какие-то святые имена. И они решили, начали предупреждать, чтобы тут больше не делали. Но преданные их невозможно остановить, их экстаз невозможно прервать. Они знают четко, что они должны делать, они знают свою цель. Они продолжали это делать. И вот однажды Кази со своими дружинниками ворвался в дом Шиваса Такура и разбил Мридан. И преданные беспокоились. Такое бывает иногда. Иногда такие люди, они препятствуют движению санкиртаны. Материальный мир. Не здесь, не все, на самом деле, не многие здесь хотят... или понимая, что нужно служить Богу.
Господь Читания сказал, а ладно, теперь я устрою здесь восстание. Я сейчас совершу революцию. И говорит, теперь мы соберемся, мы сейчас покажем, как можно бороться. Калиюгу с демонами. Собирайтесь все вместе, берите Мриданги и Каратаву, выходим на улицу. Берем факела, и целая большая процессия направилась в дом, в Лакасе. И когда они шли, была такая огромнейшая толпа с ближайших сел, городов, мусульмане, которые там что-то как-то так... Кто-то жаловался, кто-то там не подлюбливал, они такие, боже мой, что-то происходит. Иногда даже сами так типа участвуют в этом, присоединялись, а кто-то просто прятал глаза, убегал, прятался, делал вид. Ну, и Господь Читания с большой толпой шел в дом этого Каси. И вот они пришли туда, преданные в порыве этого. Тех чувств, ворвались в этот дом, чуть ли уже не вытоптали весь сад, который там был, по кирпичику не разобрали этот дом. Кася там спрятался в какой-то комнате, сидел, дрожал. Господь Читания успокоил, и сам зашел и начал общаться с этим Кася. Они общались достаточно долго, они обсуждали тему, особо так как Кася этот мусульманский правитель был, они говорили по поводу мясоедения. Господь Читания его убедил, что насколько нежелательно, вредно есть мясо, неблагоприятно для духовной практики. Но потом он спросил у него, слушай, а что ты так вот как-то так в себя, такое чувство, что ты вот чего-то побаиваешься? И тогда Кася сказал, я тебе сейчас расскажу, и он тогда назвал Господа Читания как раз, он его не называл Гаура Хари, тут назвал. Тебя же зовут Гаурахари. Можно я тебя так буду называть? Я тебе сейчас расскажу. Она говорит, ты знаешь, говорит, после того, как я разбил Мридангу, я пришел домой, лег спать. И тут мне снился сон. И какой-то такой большой лев. Вроде лева, вроде человека. Прыгает мне на грудь. И своими огромными когтями впивается мне в грудь и говорит, ты негодяй. Я сейчас тебя разорву, как ты разбил Мридангу. Это все ему снится. Я говорю, если ты еще раз так сделаешь и остановишь движение Санкиртаны, все, считай, что ты уже не жрец. Я проснулся в таком, знаете, большом шоке. В большом шоке. А тут все это происходит, ты пришел сюда. Он говорит, если ты мне не веришь, пожалуйста, посмотри. Он раскрыл свою грудь, и там в действительности были когти Господа Нарисимхи. Господь Нарисимха, мы молимся ему. Говорится, что Господь Нарисимха, он убирает препятствия. Он убирает препятствия в нашей духовной практике. Как раз он борется с этими вот демонами, которые живут в нашем сердце. Он с легкостью разрывает, уничтожает. Просто при одном имени Господа Нарисимхи демоны разбегаются, потому что знают, кто он такой. Поэтому очень благоприятно, когда мы чувствуем какую-то, хотим чувствовать какую-то поддержку или какую-то силу, пожалуйста, можно произносить, молиться Господу на всем деле. И он будет устранять препятствия, он будет давать силу. Много преданных санкиртаны рассказывают, как они там, особенно в 90-е годы, приставали, чуть ли там не рикетеры их вылавливали, сказали, хотели все забрать, все побить. Им ничего не оставалось делать, как молиться Господу Нарисимхи. Успокаивались, отдавали все, лучше его не трогать, он какой-то странный. На самом деле Господь Нарисимха дает это так, поучаствовал. Много-много историй. Как Нарисим? Даже во времена Господа Чайтаньи Махапрабху, когда
Кази со своими, один из тоже правителей, со своей дружиной, дружинниками, он собрал несколько лодок, чтобы приехать и остановить, это уже перед этим было, перед тому, как Господь почитание собрал это. И они направили, они как непосредственно ехали к дому Шривасу такому, хотели там навести порядок, наказать тех, кто там доставляет беспокойство, потому что они жаловались, так мусульмане говорят, ну, спать не дают, они тут по ночам, нам мы спать не можем. И они две лодки направились, и Шривас Такур, он не знал, что делать, он начал молиться Господу Чайтанья Махапрабху. Вернее, Нрисимхе. Он начал поклоняться, закрылся у себя дома и молится. И тут Господь Чайтанья гулял, он почувствовал, что это такое. Подбежал к двери к Шривасу Такуру, начал тарабанить. А ну открой, что ты там делаешь? Ты что, не знаешь, что я Господь Нарсимхадев, я уже здесь. Зачем ты мне что-то молишь? Что ты хочешь? И он зашел к нему и говорит, слушай, ты так переживаешь, говорит, я на самом деле нахожусь в сердце каждого живого существа. Если я захочу, они забудут вообще, что они сюда приехали. Не веришь? И тогда у Шриваса Такура была племянница, да, или дочь? Маленькая. А? Нараяна. Как? Нараяна. Дочь это была? Нет. Племянница, да? Да. Племянница. Он тогда видел, эта племянница подбежала к Господу Чайтанье. Повторяй святое имя и катайся в экстазе по полу. И она начала повторять, начала кататься. Вот смотри, просто очень. Для Господа Чайтанья, для Господа. Для него не проблема. Он с легкостью может уничтожить любого демона, который будет препятствовать духовной практике. Он может с легкостью уничтожить те анархии, очистить нас от тех анарх, которые находятся в нашем сердце и мешают нам. От нас только требуется искренность и желание. И мы получим эту силу, получим эту способность. И нам не надо бояться, мы думаем, что так страшно предаваться Господу. И у нас страх, оказывается, наш страх начинает проявляться в том, что мы не хотим предаваться, как это так, я предамся, это что, это же я теперь. И мы начинаем, сначала мы начинаем думать, что это же я тогда свои обязанности перестану выполнять. Как это так? Вот предаться Господу, это что значит? Нужно не готовить, не гладить, не стирать. У нас какое-то странное представление о предании Кришне появляется. Мы думаем, что надо все оставить и... Да нет, мы не саньясу принимаем, мы предаемся Кришне, это разные вещи. Мы просто делаем свои обязанности, но в нашей жизни есть Кришна. Мы готовим, кушаем, но мы перед этим, как это сделать, предлагаем Ему. Мы получаем чистую пищу, наше сердце очищается. Мы получаем отношения с Кришной. Потому что мы уже учимся личным отношениям с Богом. Это то, чего нам не достает. Для нас Бог абстрактный. То есть, то нету. Правда, неправда. Мы часто сомневаемся. Потому что у нас нет личностного понимания Бога. Но личностные отношения строятся только с личностью. Пока мы не будем возносить Ему молитву, пока не будем предлагать Ему что-то, служить Ему, мы не получим ответную реакцию от Него. И естественно, когда у нас нет ответной реакции, потому что Прохлад Махарадж был уверен на 100%, что Господь его защитит. Но мы боимся предаваться. Смотрите, с Прохлад Махараджем произошло то, что он, когда мы боимся, что что-то произойдет не так. Оставлю ту деятельность, или там как-то неправильно, или буду по-другому что-то делать, или вообще думаю, что предамся, вообще ничего не надо делать, то у меня не будет средств для существования. У меня то не будет, это не будет. А коммунальные же платить надо, а дети плачут, а все, а все. И, конечно, мы придумаем себе, и мы скажем, да, Туласи,
Но Прохлад Махарадж настолько верил и настолько был предан Господу, что он даже не боялся за свое тело. Поэтому не зря Господь говорит, насколько человек предается мне, настолько я ему открываюсь, настолько я его поддерживаю. Вот именно настолько. Мы можем просить у Бога ровно столько, или по крайней мере, то, что мы сделали для Бога, Он может... Конечно, Господь настолько милости, Он дает больше. Все равно, как ни крути, Он все-таки более милостив. Даже рассуждая с того уровня, что Господь самодостаточный, и что мы можем Ему предложить такое, от чего бы он бы просто там, знаете, был в восторге. Ну ладно, там богиня удачи там может что-то предложить. Или там кто там еще что-то. Что у нас есть такое? У нас нету ничего такого, чтобы именно это, наверное, один камень на груди Господа стоит бюджета всей Вселенной. Что мы можем ему еще предложить? Есть что-то. Знаете, что мы можем предложить? Любовь. Себя. Свою душу. Мы можем предложить себя, Господь, я твой слуга. И вот это Господь оценит. И ради этого, ради таких этих отношений, Он будет поддерживать живое существо всегда. Он не даст ему погибнуть. То как Прохлад Махарадж. Его не могли убить. Тысячами сколько там способов там. Куча способов пытались убить Прохлад Махарадж. И с горы сбрасывали, и в масле валили, и в яму со змеями ядовитыми бросали, и с горы бросали, и топили, и ноги словно бросали. И оружием пытались колоть, резать. Яд предлагал. Столько способов использовал. Всевозможные. Но так как его Господь защищает, потому что он предался на 100%. Он полностью зависел от Бога. Никто ничего не мог сделать. Знаменитая мантра, да? Если Господь хочет кого-то спасти, никто не сможет его убить. Но если он кого-то хочет убить, никто не спасет. Он родил на нашем, едет, любимая мантра. Когда произносит ее, он так улыбается, и прямо аж так сиять начинает. Это его вера в Кришну. Поэтому преданный не боится. И тело, даже тело Кришна защищает. Хотя мы часто говорим о душе. Но даже если надо, Кришна и тело защитит. Если надо. Это все делает Кришна, чисто на свое усмотрение. Поэтому преданный, он особо не заботится, не беспокоится об этом, сильно не страдает. Он просто служит Кришне, а Кришна уже дает все, что ему необходимо для жизни. И при этом не забирает то, что у него уже есть. Он только дает. Все, что нам надо, дает Кришна. Все, что мы имеем, оно дано нам Кришне, Богу. И мы, конечно, мы можем думать, а кто это мне рубашку пошил, что это Кришна? Или как Прабхупада говорит, а кто дает воду, землю, песок, из которого, или там, пшеницу? Это разве мы создаем? Нет, это дает Господь. Мы просто делаем из этого хлеб, муку. А все это на самом деле дает Господь. И мы никак на это не можем. Мы до сих пор еще не создали ни одного комара. Какие-то безумные игрушки в виде роботов. Что-то. Но все равно это должно будет управляться душой. Поэтому
преданным не нужно бояться предаваться Кришне. Нужно просто учиться предаваться Кришне. Правильно. Чтобы это было не безумным, не безумством, не фанатизмом, которое в конце концов отталкивает и не приводит к правильной цели. Все должно быть правильно, основано на шастре, на наставлении духовного учителя и садху. Тогда наше предание, благодаря общению с такими людьми, оно будет иметь смысл и будет достигать цели. Мы сегодня тоже обсуждали с преданным интересное, что важнее, общение с вайшнавом или повторение святого имени. Общение с вайшнавом. Потому что через вайшнавом получается это имя. Мнение, там поднимали руку. Это не раздельно. Что? Равнозначно? Один преданный, который, ученик Прабхупады, уже давно, когда читал лекцию о пяти самых могущественных способов преданного служения, Саду Санданама Кришна Бхагавашкавана, он говорит, почему на самом деле самое важное это Саду Санга? Потому что веру в Бога, для того, чтобы человек повторял святое имя, нужна вера. А эта вера приходит от общения с преданным Садху. Поэтому Джива Госвами, когда объясняет, что описывает эти 9 уровней преданного служения, от шрадхи до полного предания, он говорит, что еще перед этим всем, перед этой шрадхой, еще должно быть, как называют, это находиться около вайшнава. По-моему, Рамануджа Ачарья в свое время сказал, что говорит, ну если у тебя вообще ничего не понимаешь, у тебя нет ни веры, ни Бога, не понимаешь, что это. Ладно, просто иди сядь и сиди в обществе вайшнава. Ничего не делай, просто сиди. И потом что-то начнется складываться. Нам очень важно, да. Это наша удача, когда мы встречаем преданных. И преданные нам всадят в наше сердце бхакти-лату, веру, святое имя, практику. И тогда мы начинаем уже практиковать. И на самом деле мы свою практику подпитываем верой других вайшнавов. Если бы мы не имели бы общения, единицы, очень маленький процент мог бы достичь совершенства такой, как Харидас Такур. И то Харидас Такур, он общался с Адвайта Ачарьей. Хотя он хорошо понимал, что такое цель, такой практически Брама, он на самом деле воплощение Брамы понимал все, что смысл ценности этой вселенной, ценности как бы, духовной практики и так далее. И тем не менее, мы не такие, как Харидас Такур, поэтому уединяться просто, где-то повторять святое имя на задворках. Кстати, при Прабхупаде был такой преданный. Он решил, все, я буду повторять мантры, больше ничего. И он рядом с храмом построил хижину. Сидел, повторял. Через время смотрим, эта хижина немного на дальше отъехала уже. А потом еще дальше, а потом и вообще преданные ходили, он пропал. И потом его видели уже где-то в Европе, в каком-то ресторане. Похоже, там мантру он уже не повторял. Исполнял желание. Мы еще, может быть, слабы. Нам наша поддержка — это вайшнавы, которые окружают нас. Именно мы от их веры, от их убеждений мы поддерживаем друг друга, черпаем вот это вдохновение только от вайшнавы. Хари Кришна.
Я оставлю немножко времени на вопросы, на обсуждение. Да. Что означает фанатичное предание? Так, предание, которое основано не на знании, а на догмах. Это предание, которым человек не видит сути или сути. Он может быть немножко улавливает смысл, но он не знает, как к этому смыслу, как нужно действовать, чтобы к этому смыслу подойти. Поэтому, как правило, такие люди, они не замечают вокруг себя происходящее. Они концентрируются только на какой-то цели и очень, знаете, так вот, любыми путями пытаются ее якобы достичь. Так они думают. Ну, на самом деле это просто иллюзия. То есть там нет настроения? Какое-то настроение всегда есть. Просто настроение, безумие какое-то, знаете, там, или слишком такое пренебрежение к другим может быть. Оно по-разному может проявляться. Или чувство своей правоты во всем. Разные настроения могут быть. Они тоже шканишка. Не все черно-белое, такое, только такое настроение. Все. Ну, личность, оно меняется. Ну, это чувство своей правоты, оно превосходит всего. То, что вот я на самом деле... когда люди фанатичны, они просто, это слабая вера. И они пытаются таким способом просто как бы утвердиться в вере, искусственным образом. В себе вдолбить, на самом деле. Вдалбливая другим, они пытаются вдолбить себе, что они правы, что это так и надо. Преданный очень гибок. Одно из качеств садху, он действует в соответствии с местом, временем, обстоятельством. У него полная вера в сознание Кришны, и он знает, как можно правильно, в соответствии с природой человека, его уровнем, положением, занять его служением Кришне. Это садху. Фанатики, у них все одно, черно-белое, они просто не могут им действовать. Да? И страх потерять какие-то материальные ценности. Всегда пытаемся найти какой-то механический способ, как избавиться от того. Нет, ну можно просто. К чему вы привязаны? К рубашке, отдайте им. К чему вы привязаны? Я привязана к Так вот смотрите, что вы хотите. Вы хотите привязаться к Кришне или избавиться от привязанности? Если вы ее подарили кому-нибудь, кто нуждается в этом, да? Сказать, я действую это просто ради Кришны. Вот ради Кришны я хочу, чтобы у меня были... Но это все равно страх остается. Если, допустим, у меня есть какой-то там страх, например, потерять... Что у вас потом второй рубашки не будет? Почему страх? Ну, просто, насколько я поняла, что это привязанность и страх. Страх, вы говорите, возникает из-за привязанности, да, потерять. Страх, потому что мы привязаны, и мы думаем, что без этого мы не проживем. Без этого наша жизнь не будет наполнена смыслом и счастьем. И вот в этом страх.
Поэтому мы все, что делаем, мы просто направляем все на Кришну. Мы понимаем, что мы от Кришны зависим, не от рубашки, не от денег. Мы зависим от Кришны. Тогда мы нейтрализуем этот страх. Потому что страх – это проявление невежества нашего. А дальше уже, когда мы зависим от Кришны, когда мы удовлетворены, мы способны раздавать все, что у нас есть. Мы способны избавляться от привязанности с легкостью. Потому что у нас такая поддержка, Кришны. Но пока у нас не будет Кришны, мы будем привязываться к внешним вещам. И они нас будут приводить к страданиям. Сегодня мы привязаны, там, допустим, я буду нашим языком, просаду. Не хватило, мы страдаем. Я так понял, что... Точку попал. Что-то не похоже. Сейчас ты меня пас по улыбкам, не смеешь, что-то я. Кстати, когда мы вот это обсуждение сейчас, то в одном из комментариев Сила Прабхупада говорит, что как он говорит сейчас, что желание быть в сознании Кришны — это и есть избавление от всех материальных привязанностей. Вот скажите, пожалуйста, вот это вот желание быть, что вот нужно вот этим понять? Это значит, что вы ничего не делаете в своей жизни такого, что не рекомендует Кришна. То есть вы не противоречите его закону, да? Вы действуете, живете по его закону. Это поможет нам избавиться от привязанности, страха, потому что в этом, именно в такой деятельности, мы видим личностную природу Бога. И то, что мы, как слуги, всегда зависимы от него, если он нас поддерживает. Еще у нас. Да. На всей лекции уже сказали, что Господь, причины его прихода очень хорошо описаны в Бхагавад-гите. И ну, вы сказали, что на самом деле он хочет нам явить свою милость, правильно? Рассказать нам, показать нам. Великодушка, да? И вопрос следующий. Почему все это так закрутилось? Вот, аж до необходимости создания материального мира. Ведь все здесь происходит по его милости, по его воле. И наш разум, уровень нашего понимания, наше видение тоже дает Кришна, да, это его милость. Он открывает нам себя. Почему он нам сразу не откроет как бы себя? И вот зачем здесь все эти милые наши его распространять? Я больше вам скажу, он был открыт для нас всех. Изначально он был открыт для нас всех. Просто по какой-то своей, я не знаю, ну, как Прабхупада, в одном из комментариев пишет, бунтарском настроении. Материальный мир комментарий. Мы где-то в чем-то взбунтовались против власти Бога. И для таких людей создан материальный мир. В чем-то мы так подумали, что... Продолжение этого вопроса. Насколько важно вот это понимать, причину своего падения? Важно для нас это или нет? Говорят, что нужно для того, чтобы вылечить, сразу же хотя бы призначить себя, что ты болен. Потом диагноз нужно поставить, как бы, чего лечить. Нам сейчас важно как-то докопаться до этой причины или уже не так важна сама причина? Эту тему раньше очень часто поднимали, она была практически на каждой лекции. Причина нашего падения, стоит ли нам в этом разобраться. Как бы так мягко сказать. Представьте себе вот так вот. Случилась такая вещь, что у нас там дизентерия, допустим, да? И мы просто, у нас памперсов не было.
Стоит ли нам разбираться, почему это? Или нам надо сразу пойти помыться или так? Я ей прошу прощения. Но Бог говорит, нет смысла. Мы уже здесь. Мы уже здесь. Теперь нам разбираться, почему мы здесь. То есть, на самом деле, Бхагаватам объясняет, почему. Этого достаточно там, в двух-трех предложениях. Разобраться по какой причине, где лично. Вот мы как-то задавали вопрос Адипурыше на Бхактивакаве. И он объяснил, что но вот все говорят, что мы сразу являемся просто вот обычными людьми. Да? Чтобы вот, прийти сейчас, вот, родиться здесь на Земле, мы должны пройти целый этап перерождения. И поначалу живое существо, оно может обращаться к Кришне и говорить, слушай, я хочу тебе послужить в материальном мире. Просто вот у меня любопытство есть какое-то. Но все-таки же преданное служение, оно же все равно, какая разница где. Ну, в материальном мире, пожалуйста. То есть, и не то, что мы там сразу, знаете, там Бог и все, и сразу в невежестве. Нет. Мы сначала там вот хотим служить Кришне только вот в каком-то материальном мире, там, положении Брама. Но из-за того, что мы соприкасаемся с материальной энергией, она нас потихонечку вводит в иллюзию. У нее такое свойство, нас обволакивает, а потом стягивает. И поэтому мы все спадаем потихонечку в более низший уровень жизни. Поэтому Чайтанья Чаритамрита говорит, что мы путешествуем здесь из самого низшей формы жизни и низших планет в самые высшие формы жизни на высшие планеты. От Индрагова, от Индрагова до Брама. Поэтому разбираться в этом, ну, как бы, нет смысла. Понятно, что мы уже как-то в чем-то проявили. Может быть, любопытство, да, в соответствии, как Адипурыша объяснял, нам захотело. Может быть, просто, ну, не знаю, может, просто бунтовались. Прабхупад в третьей песне описывает, что появилось желание насладиться материальной энергией. То есть духовно мы это соприкасались, думаем, ну, Кришна материальная, давай попробуем и ей. Попробуем, может, получится же. В некоторых моментах он там же также приезжает. Ну, чуть-чуть позавидовали Богу. Это не то, что там мы сразу стали врагами. Ну, как говорится, ну, подумали, ну, Господь, ну, я такой же, как и ты. У меня четыре руки, такое же тело, столько же богатств на одной планете. Ты попадаешь под это, а я нет. Давай попробуем. Ну, то есть разные могут быть причины этого всего описаны. Ну, как бы разбираться в этом нет смысла. Мы уже здесь, и нам нужно понять, как выбраться отсюда. Это более важно. Еще один вопрос. До службы у нас. Пропад, видите? Схватитесь, закончите вот хоть. И мы все паровозиком, а мы за вас. И все. По милости Шрилы Прабхупады, по милости Господа Чайтанья Махапрабху, мы уже получили эту возможность. Нам просто не нужно останавливаться и бросать эту кончик быть. Просто не надо остановиться. Просто надо верить. И вот наша вера Прабхупаду, процесс, это наша связь с целью. Конечной цели. Еще, пока они там. Скажите, пожалуйста, почему полубоги и богиня Лакшми испугались у этого, вот у Нрисимхадева, а Прабхупада Махарши все преданные? Похоже, чувствовали что-то в сердце у них. Брама там думал, ну слишком, Господь Нарсимхадева слишком злой. А я тут в материальном мире, видать, знаете, как мы. У нас тоже есть страх. Заметьте, если мы возьмем себя, если мы делаем что-то не так, нам очень тяжело предстать перед Господом и смотреть ему в глаза. Очень тяжело. Мы чувствуем страх, что где-то в какой-то вещи мы сделали, согрешили так. И нам уже. И мы понимаем, как преданные, что от меня это не скрыть. Но это происходит. Поэтому
скорее всего, Брама, ну, или там Господь Шива, они, даже они, может быть, из-за смирения, хотя они описываются, что испытывали страх, но из-за смирения, а может быть, это Господь так сделал, потому что хотел, чтобы Прохлад Махараджа делал это. Ну, похоже, может быть, где-то какие-то грешки. Невинный. Но для Брамы, допустим, невинный грешок, это существенно. Это для нас там, подумаешь, спиной к божествам повернулись. Еще страшного, или еще что. Или там. А для таких возвышенных и благочестивых людей такой маленький проступок, он же. Поэтому они могли чувствовать. Какой-то страх был, что Господь такой гнев может, и он сейчас накажет. И с другой стороны описывается также привязанность. Привязанность к телу, положению, также побуждает, вызывает этот страх. Потому что Господь Нарсимхадев мог сразу же одним ногтем решить этого тела и забрать духовную жизнь. Но привязанности все-таки, привязанности похожи. Единственный, кто не был подчинен отцу, а все же остальные подчинялись. Брама и Шива, они подчинялись тоже. И Вишну, три личности во Вселенной не подчинялись. Ну, пока еще там долго, давайте еще. А, уже все. Шри Бхагаван Нарасимхадев ки джай, Прохлад Махарадж ки джай, Гоур Премананде ки джай.